Прошел 26-й съезд Союза журналистов Подмосковья. На нем делегаты заслушали отчеты о работе организации в 2021 и 2022 годах и обсудили план на ближайшие 12 месяцев. Дом журналистов на Никитском бульваре вновь собрал под своим крылом работников СМИ со всей Московской области. Заседание съезда началось с доклада о деятельности Союза журналистов Подмосковья за последние 2 года. Мы сохраняем прежние традиционные наши проекты и форматы, и тем не менее инициируем новые. За эти 2 года мы освоили так или иначе проектную деятельность. Мы успешно реализовали 3 проекта, 2 из них фонда президентских грантов, 1 институт развития интернета. На съезде также поставлены задачи развивать образовательные и молодежные проекты, вовлекать в деятельность Союза молодых журналистов и при необходимости помогать им. Мы-то, ветераны, можем просто с грамоткой в стороне постоять, а им надо быть в середине этих всех событий и найти верное слово, и найти правильную позицию. И вот тут наш долг перед ними, перед нашей молодостью и перед нашим завтрашним днем. Люберецкое журналистское сообщество на этот съезд делегировало 3 человек, в их числе генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Здесь очень много говорили о том, что нужно обучать юных журналистов. И, кстати, наш телеканал очень давно этим занимается и патронировали школы журналистики при гимназиях люберецких. А на сегодняшний день мы созрели для того, чтобы открыть продюсерский центр. Сегодня его рабочее название – это «Медиаэффект», при котором мы откроем уже совсем в ближайшее время курсы юных телевизионщиков, где будем заниматься детьми от 7 до 17 лет. В ходе заседания избрали делегатов на съезд Союза журналистов России. Подмосковную организацию представят 7 человек. Мне хотелось бы, чтобы съезд был таким живым, с обсуждением актуальных вопросов жизни нашего журналистского сообщества. А они есть, эти проблемы. Сегодня журналистика вообще-то в состоянии кризиса. Она испытывает давление со стороны бизнеса, со стороны власти, со стороны блогосферы. Нам надо найти свое место в этом стремительно меняющемся мире. 13-й съезд Союза журналистов России пройдет 29 октября в Москве. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.